Всем приветики! С наступающим крещением! У меня сегодня такая удачная поездочка получилась. За хлебушком, в смысле, сходила за хлебушком, за молоком, да бабушка. Села на маршрутку, ехала на цирк посмотреть, что есть на распродаже. Ну, как это было, сейчас я покажу, и что я купила. Всем привет! Всем хорошего солнечного денечка. Это я иду. Здрасте, наша с кисточкой. Всем привет! Наш вам с кисточкой. Зима продолжается. У нас снег и морозы. Январь 2022. Привет! Здесь что? Это какой? Redmi. Это Honor, да? Huawei. Ну, здесь, да, здесь. Так. Кто бы сомневался, что в конце зимы Таня будет покупать игрушки. Вернее, гирлянды. Ну, зато в половину дешевле, чем даже вот эта цена. Угу. Все, спасибо. Вот эта елка маленькая. Сейчас мне принесут большую двухметровую, и я буду думать, чтобы ее взять. Это получается в половину дешевле. Ну, гирлянды я набрала, теперь осталась елку. И я к следующей зиме готова. Наш вам с кисточкой. Сомневался, что в конце зимы я найду елку, которая будет красивая и похожая. Ой, ребят, смотрите, она упакована-то какая огромная. Как я ее потащу? Вот, это моя вот, видите, вот написано, вон, принцесса, 1,90 м. Ага, не 2 метра, 1,90 м. Вот это принцесса, как я должна тащить? Ладно, а очень хочется елочку, в половину дешевле. Смотрите, как качество отличается. Это не очень красивое, а это вот очень красивое. Пушистое, лохматенькое. Так, это мне распечатывают елочку. Смотрите, какой букетик пушистый. Ага, так, и там еще продолжение. Ой, там не видно темно продолжение. Давай, следующее вытаскивай. Ага, этот вверх ногами. Ага. Это вверх или низ? Давай, собираем. Собираем, ага, красота. Все уже домой давно собираются, мы тут с елкой. На следующий год мы, ух, какая она пушистая, какая. Ребят, смотрите, какая она красивая, да? Смотрите, какая красивая, о, правильно. Вот спасибо, молодой человек. Ой, какая прелесть-то получится. Так, ну теперь надо будет еще шариков этих покупать. Это все, да, это все? А, вот это мы, вот так. Так, ага, вот как-то так она получилась. Ну-ка. Вот ростом она точно выше меня. У нас еще пушистики все расправятся. И я думаю, будет это все замечательно. Теперь шариков надо еще 3 килограмма. Красота-то какая. Крещение на носу. Это я вон там нашла с кисточкой. Ну вот, кто бы сомневался, да? Я купила себе елку и гирлянды. Сейчас расскажу цену. Ну вот, я довольна. Теперь у меня есть елочка, которую я очень хотела. Ой, ну потому что они были 7-8 тысяч. Это самые такие вот скромные. А другие вообще 10-15 тысяч. Мои детки купили прям перед самым Новым годом, по-моему, за 6,5 тысяч. А я сейчас взяла вот эту двухметровую елку за 4 тысячи.
и гирлянды, целых 3 штуки на 3 окна. По 300 рублей, по 500, и которая была 1300, я, по-моему, за 700 взяла. Так что все, к Новому году готово. Вот, надо когда брать. Я еще и в прошлом году хотела. Ну, как всегда, в январе-феврале уже денег не было. Теперь я разорилась и купила себе елочку. Наряжать, не знаю, буду, не буду сейчас на крещение уже. Ну, посмотрю. Всем спасибо, кто был со мной. Гирляндочки я купила вот такие вот беленькие просто на одно окно, а на другие два вот такие цветные, вот как на кустиках. Ну все, теперь надо эту елку как-то допереть домой. Поехали. Вот, была у меня вот такая скромная гирляндочка в два ряда, типа елочки. А теперь я купила другую. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Ух ты ж, какая красота-то получилась с этими шторками. Наверное, я их летом в сад заберу, чтобы они настроение поднимали. Так, будем следующую посмотреть, что там в спальне получится. Ой, как мне нравятся эти шторки. Так, Новый год продолжается. Всем хорошего праздничного настроения. Пойдемте дальше посмотрим, как было. Тут мишуринки, а в спальне вообще просто вот в одну ленточку скромная такая елочка. Сейчас посмотрим, как будет новая шторка гирлянда смотреться здесь. Год тигра 22. Так, здесь красота продолжается. Пойдемте в спальню посмотрим, как я там нарядила. И здесь тоже теперь красота получилась. Ну все, осталось мне сейчас елку новую нарядить. И будем встречать крещенские морозы. Привет, индейцы! Пошлите елку наряжать. Все разбирают елки и гирлянды, а Таня только решила новые гирлянды прикупить. Ладно, экономика должна быть экономной. Все-таки я решила собрать свою мечту. Вот у меня еще последний хвостик остался. И пускай крещению меня будет радовать двухметровая елочка. Вот. Вот этот хвостик засунем куда-то. Где он там? Как мне учили собирать-то ее? Сейчас. Вот как-то так подзашлись. Все. Ой, сейчас вот эти пушистики все расправим. Боже ты мой, какая красота. Девчонки и мальчишки, мечтайте. Мечты сбываются. Ой, что какой. Ой, я не достаю. Вот. Так, ладно, я наряжать-то ее не буду, но огонечки я на нее все-таки повешаю, пускай маленько посверкает. Так, ну, как всегда, вроде бы елка собралась, а тут у меня какая-то вот еще лишняя запчасть осталась почему-то. Либо какая-то лапка отвалилась, ну, вроде все на месте. Ладно, это будет подарок мне, куда-нибудь еще прибабахаю эту кусочек елочки. Ну вот, готова моя красавица. Это вообще-то я на кухню покупала вот эти шторки, чтобы они тут мигали. Ну ладно, я уже их пока на елочку просто принарядила. Кстати, надо будет еще сгонять на базар, может, они еще там торгуют гирляндами, чтобы мне как-то вот оно тут нравится, на елочке. На следующий год-то и сюда заморачиваться не надо, огонечки. Пускай будет беленькая, еще белых шаров она покупаю, или серебристых. Какая красота! Точно, ребята, китайский Новый год же. Все будет стоять до 1 февраля. А нет, еще у меня Татьянин день 25 января будет. И будет она меня радовать. Похоже, до 8 марта. Ну, как-то так. А если я поставлю на стол вместо вот этой елочки, то она будет до потолка. Ой, ну, радости, как у дитя малого. Ладно, ребятушки, всех с Новым годом, с крещением и с китайским Новым годом наступающим. Всем пока-пока!